О, датчик, привет. Что, пошли? Пошли, куда пошли? Поедем. На этом? Малинка. Прикольно. А куда мне сесть? Ух ты. Привет, Лёшка. Я потерялся. Нифига, тут просторно-то. А чё в школе? Задание дали нам. Ну окей. Слышь, а чё за задание-то? Зелёва дала задание. Открывай, давай. Устрой, не устрой, порядок где-то отстой. Кружи, ломай, тряси башкою пустой. Не знаю, может съезд каких-нибудь секционеров. Ладно, пошли. Пойдем. День, какое небо голубое. Стань, что с тобой? Давай, вставай. Поднимай меня. Давай. Пойдем. Какая прекрасная школа. Машины какие. О, выборы. А ты за кого голосовать будешь? Знаю, еще не определился. Ты определяйся. Идем проверим, что за задание. Чем задание узнаем. Слушай, а ты тетрадку сдал? Я? Уй! Да, по-моему, подожди, что это такое? О! Что тут такое? Смотри. Мальчик, что ли? Походу мальчик. А, нет, с бантиком. Может быть. Ладно, пошли найдем. А что, поздравить надо? Короче, фотки беру я, ты, коробка. А чё ты на меня нагружаешь так, братиш? Я вставай. Да как это? Как её взять-то? Давайте, нас закинуть. Я иду, иду. А вы нам не подскажете, кто этот человек? Хорошо. Вы нам не подскажете, кто этот человек? Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, хорошо, спасибо. Не подскажете нам, кто этот человек? Очень походит на Рому Сосновских. На Рому Сосновских? Копия, да. Да я так думаю, что ты его мама. Вы нам не подскажете, кто вот этот человек? Неужели Татьяна Ивановна? Наверное. А вы не видели ее? Такой ни разу. Ну что ты меня по этажам таскаешь, ты с этой коробкой по учителям? Я уже устал, я сейчас... Ууа! И что нам сейчас делать коробки? Ну, я не сломал. Не виноват, ты что? Вся коробка развалилась. Ладно, пойдем что-нибудь придумаем. Быстрее. Конь, спроси, что делать? Что сломал-то? Так, блин, я не знаю, как так получилось. О, Вик, что делать-то? Мы, короче, делать, коробку сейчас взяли, уронили, она разбилась, дребезги, что нам теперь делать? Ваня, слышь? Вань, что нам, пойдем с нами, будешь нам помогать? Пойдем. Пойдем. Что делать-то нам? Нам что делать? Идите к Тане, она там. Тань, мы, короче, коробку сломали, нам посоветовал Толик, что ты самая умная. Подскажи, ну что нам теперь сделать-то, а? Молодцы. Ну, соберите деньги с класса.
сходите за подарком или пошлите кого-нибудь. О, слышь, идея. Пошли. Пойдем. Рот, надо Татьяне Ивановне на день рождения денежку собрать. Танька посоветовала. Иди сюда сейчас. А у тебя что, есть куда собрать? Тренер есть сейчас. Ну, собрали. А чё, кто пойдёт? Не, я не пойду. Не, Ванчик? Не, не я. Мы с Ванькой не пойдём. Ну-ка, ну-ка. Опаньки! Рамсы! Народ! Банка зовёт. Куда? Не знаю, сходите за подарком. До свидания. Слышь, чё, как поздравлять-то будем? Ну так чё, мы с тобой же креативные ребятки. Может, пойдем. Снимем чё-нибудь, как учителя поздравляют? О, давай, да, пойдём к учителям. Пойдём. Татьяна Ивановна, поздравляем. С днём рождения, желаю здоровья, счастья, успехов в работе, послушных учеников. Ну и всего самого наилучшего. Спасибо. Дорогая и уважаемая Татьяна Ивановна, сегодня у тебя... очень знаменательный день. Ты празднуешь в своей жизни очень важный жизненный этап. Я от души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого хорошего и хочу посвятить тебе небольшую поэму. Я знаю легенду о доблестном Данко. Он сердцем своим вышел путь осветить. Но хочется мне о простом человеке, о Татьяне Ивановне поэму сложить. Что в имени это этом заложено? Ты женщина, искорка Божия. Повсюду несешь ты свет и добро. И в том, что ты рядом, нам всем повезло. Простой человек, но с сердцем горячим, кто душу свою за словами не прячет. Как мудро умеет она говорить, умеет улыбкой надежды дарить. Среди многих талантов, дарованных свыше, талант понимать, замечать и услышать. Выпускники через множество лет всегда повторяют, что больше вас нет. И сердце частицу, души половинку, готова вложить и в Андрея, в Иринку. Вся жизнь – это подвиг во имя детей, легенды при жизни слагают они. Талантом своим ты ни с кем не сравнима, детьми и коллегами нежно любима. Неповторимые жесты, черты, во всем восхищение достойны ты. Желаю тебе счастья в мире света, здоровой и веселой быть при этом. Поверь, что года для нас формальность. Душою молоды, умом вы гениальность. С днем рождения! Браво, это было божественно! Поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем! Желаем здоровья, творческих успехов и всего самого-самого наилучшего! Татьяна Ивановна, пусть радуют сердечные слова и первые весенние цветы. И счастье будет в жизни всегда полна. Сбываются заветные мечты. Я хочу вас обнять крепко, как этот фикус, и пожелать вам, чтобы вы всегда были такой цветущей, молодой, доброй, внимательной. И зелененькой. Нет, зелененькой не надо. Гремят вокруг фанфары, поздравления звучат. Сегодня юбилей ваш, ровно 50. Полжизни вы прожили, полжизни впереди, и прелести всей жизни сумели вы найти. Сердечных пожеланий сегодня всех не счесть. Для многих вы пример, за что вам слава, честь. Вам искренне желаем дожить хоть лет до 100, чтоб возраст выдавала лишь только седина. Я вижу, вы тут тоже креативные ребятки, да? Красота-то какая. Просто жесть. А подарок где? Ну все, теперь уж сейчас ты не сама не купила, мадемуазель, то я пойду с тобой покупать подарок.
Буду снимать свои ножки. Все, идем покупать подарок. Эльдар потерялся. Лучший подарок — это цветы. Да? Сегодня выборы, у нее день рождения. Деловая женщина. И опять я без Эльдара. Ой. Молодцы. Где второй молодец? Мы молодцы. С днем рождения, Татьяна Ивановна. Все!